Живопись Юрий Черкасов называет увлечением своей души. По образованию он график. Окончил худграф Орловского института, преподавал графику в художественном училище, был главным художником творческих мастерских. А лет 12 назад впервые написал картину маслом. Да так увлекся живописью, что теперь говорит это на всю жизнь. Тем более, что красота окружающей природы неисчерпаема. Чего только стоят брянские пейзажи, залитые солнцем луга или дышащие историей колокольни, утопающие в изумрудной зелени. Брянские просторы – нередкие гости его полотен. В них, равно как и в родные пейзажи, признается Юрий Черкасов, он влюблен до глубины души. Места в основном – это наша малая родина. Это вот Орловщина, кстати, и Брянщина, здесь этюды есть. Вот из брянских мест – это, по крайней мере, вот Красный Рог. В прошлом году я приезжал, писал этюды. И здесь вот унические места, есть Унечья. И вообще, вот это Удолье, места-то здесь красивейшие. Эту красоту Юрий Черкасов старается передать максимально точно. Это в молодости он экспериментировал, а сейчас, признается, верен классической реалистической живописи. Художник привез в Брянск и свое, как он выразился, базовое творчество. Графические работы в различных техниках, афорта, гравюры, литографии возвращают нас на старинные Орловские улочки или на страницы классиков Лескова и Тургенева. Ольга Иванова тоже предпочитает одевать классиков, вернее, поставленные по их произведениям спектакли. По образованию театральный художник, за свою жизнь она оформила около полусотни постановок. Васа Железного Горького оформляла. Оформляла Бориса Васильева, в списках не значился. Лобозарев спектакль, маленький спектакль на лоне природы. Ну и очень много других. Реквием Леонида Андреева. Ну в театре в последнее время очень много разных спектаклей. Произведения его автор, да и режиссер, говорит Ольга Иванова, диктуют и материал. Он может до неузнаваемости преобразить одну и ту же пьесу. В Брянск сценограф привезла эскизы, выполненные маслом, гуашью и карандашом. Попробовала себя Ольга Иванова и в акварели, создав серию пейзажей «Грусть осенняя». Два автора, две разных индивидуальности. Когда смотришь на живопись Юрия Черкасова, прежде поражает его профессиональность. Прекрасная такая, знаете ли, скомпонованная композиция, подчеркнутая живописность. То есть он следует такой чисто русской реалистической живописи. И в то же время не теряет чувственного начала. И Ольга Иванова, сценограф. Кстати сказать, что работы сценографического плана, театрально-декорационного, очень редко увидели. На моей памяти, в общем-то, наверное, лет 5 или 6 назад была последняя выставка. Поэтому экспозиция оказалась интереснее вдвойне и брянским художникам, пришедшим поздравить коллег с персональной выставкой, и начинающим оттачивать свое мастерство живописцам. Последовать их примеру могут все желающие. Выставка открыта в галерее «Персона» в течение месяца. Елена Бочкарева, Евгений Седачев. События Брянск.